да, отлично. Соответственно, вот как я его поворачиваю относительно вот как, так и будет фотография. То есть я, например, сниму вот так, то на нормально ровной фотографии Янка и будет вот так стоять. Что интересно, да? И вот еще смотрите, вот если туда заглянуть, то там как бы пределы кадра. Видишь пределы кадра? Там границы, так? Как будто видел, например, что этот кадр попадет. А там слева стоящий не попадет. Не с земли, а с банки. Можно не быть.